Представляем вашему вниманию воздухоочиститель AIC AP1101. Это современный прибор, созданный на основе передовых технологий и инноваций. Данная модель осуществляет многоступенчатую очистку воздуха в помещении площадью до 70 квадратных метров. 5 уровней очистки воздуха позволяют очистить помещение практически от всех видов загрязнения на бытовом уровне. Очиститель воздуха AIC AP1101 представлен в черном цвете и цвете шампань. Передняя панель и основание прибора имеют многослойное лаковое покрытие. В воздухоочистителе установлен дисковый серводвигатель. Это двигатель нового поколения, который отличается высокой производительностью, бесшумной работой и низким потреблением тока. Для удобства пользования прибор укомплектован дистанционным пультом управления. Прибор оснащен сенсорным управлением. Для включения устройства нужно прикоснуться к символу включения. Для определения качества воздуха в помещении используются высокочастотные датчики. Индикатор на панели управления отобразит текущее качество воздуха. В зависимости от качества воздуха на дисплее будут отображаться различные цвета. Синий цвет означает высокий уровень качества воздуха, зеленый – средний, фиолетовый – удовлетворительный и красный – низкий уровень. С помощью кнопки «Filter Mode» можно выбрать нужный уровень чувствительности датчика качества воздуха, соответствующий индикатор будет мигать на дисплее. Специальный режим «Авто» задаст нужную производительность очистки. Очиститель воздуха всегда подаст сигнал и отобразит информацию на дисплее о необходимости замены или очистки фильтров. В предлагаемом устройстве существует 6 режимов производительности – «Авто», «Низкий», «Средний», «Высокий», «Очень высокий» и «Бесшумный ночной режим». С наступлением ночи или темноты в помещении устройство автоматически перейдет в минимальный режим, и панель управления погаснет. Передняя панель легко снимается с корпуса прибора. Для этого нужно сверху потянуть ее на себя. Первое, что мы видим, это фильтр предварительной очистки, который задерживает наиболее крупные частицы, содержащиеся в воздухе, такие как шерсть, волосы, перхоть и пыль. Следом за ним установлен каталитический фильтр, который эффективно удаляет летучие органические соединения, а также газы, газовые примеси и неприятные запахи, присутствующие в воздухе. Следующим установлен угольный фильтр, который состоит из активированного угля, изготовленного из скорлупы кокосового ореха. Активированный уголь предназначен для удаления газов, паров и запахов. Далее установлен HEPA-фильтр класса H14, самый высокий класс по квалификации фильтров. Данный фильтр позволяет избавиться от аллергенов, пыльцы, мелких частиц пыли в воздухе, перхоти людей и животных и различных видов бактерий. Воздухоочиститель AIC AP1101 является одним из самых инновационных и эффективных в своем классе устройств по очистке воздуха, который принесет ваш дом комфорт, чистоту и уют.